Мы сетуем на быстротечность жизни. Однако для добрых дел время, согласитесь, есть у каждого. Вот человек в свой свободный день отправился в лес. С ним магнитофон. Борис Николаевич Вепринцев записывает голоса певчих птиц. Это нужно? Пусть пластинки с записями трелей и посвистов тревожат наши городские сердца. Будет любовь к природе. Чем больше вершин взято в науке и технике, чем дальше мы движемся по пути прогресса, тем дороже становится для нас изначальный мир природы, мир тишины и поэзии, красоты и жизни. Родина наша.